кушать. А Илюха? И Илюха сейчас будет кушать у нас. А что? Тоже кабачок? Да? Тут жабка. А у Маши черепаха. Маха, черепаха, маха. Машка, что ты его выплевываешь? Потому что не вкусный. Говорил, что не вкусный. И как тебе 200 грамм дать? Маш. А какой я Илюша мама будет кушать? Это тоже Илюха будет кушать? Да. Все догадываюсь, если одного час кормят, то двоих два часа. А с таким подходом один проголодался, пока второй ел. А Илюша не будет есть сам. Машка, где ты кусаешь? Тетя кусит, а Мишка совсем по-другому ел. Мишка кушал уже. А как я ел, мама? Ну, кушал. Я вот так, мама, и все, пустая тарелка, а Маша. Ой, ложь.